Приветствую всех, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Алексей Кузнецов. Время обзора пришло, 13 часов. И сегодня я расскажу о том, что ожидает нас в ближайшее время на валютных рынках, по основным валютным инструментам. Ну и о том, что было на той неделе и как это реализовалось к сегодняшнему дню. К сожалению, опять что-то не работает чат, и я не могу увидеть ваших вопросов и вообще ваших комментариев. Что-то не починили до сих пор, хотя должны были, по идее. Ну ладно. В любом случае, я расскажу максимально полно то, что я вижу. Надеюсь, вам это очень хорошо поможет и сориентирует. А, скажем, повтор данного, ну, как бы, повтор того, что я говорил, вы сможете посмотреть на канале YouTube, потому что я записываю курс и выкладываю на канале YouTube, который вы сможете посмотреть на сайте Альпари. Итак, приступаю к обзору. Надеюсь, со звуком все нормально, потому что как будто бы вообще все я включил. И вот показывает мне монитор, что все работает. Вот, поэтому я переключаюсь. Так, начну с пары евро-франк традиционно, которая, смотрите, в крупном формате вышла из зоны консолидации с четкими границами, откорректировалась к зоне консолидации и опять пытается таранить верхнюю границу малой зоны консолидации. Вот видите, данные пары показывают стабильность на самом деле вот сейчас в плане курса евро по отношению к франку. И именно в связи с этим, видите, активные движения здесь пока никак не реализуются. То есть в плане торговли здесь пока перспективы крайне небольшие. И, ну, будем так говорить, я пока думаю, что стоит оставить в покое. Почему? Потому что, видите, есть уровень, как бы закрытие, все ценные закрытия остались на уровне 0.981. Ни разу цена за долгое-долгое время, это дневной график, не смогла перейти данный уровень. И если она его прорвет, этот уровень, то она полетит к уровню 1.1076. Но пока, как видим, в дневном формате попытки преодолеть его пока что безуспешны. Хотя, вот видите, более мелкий формат и зона консолидации показывает, что вот прорыв этой зоны малый произошел, но цена уперлась в более важный уровень. Этот уровень, если посмотреть, вот смотрите, на более крупный график, видите, этот уровень, он очень-очень давно, то есть год практически, не мог быть преодолен. То есть и никак цена не могла пройти за его границу. Поэтому уровень очень важный, 1.0981. И я думаю, что если и торговать, то есть если работать с этой парой, то не ранее, чем в дневном формате произойдет прорыв уровня 1.0981. Потому что, видите, ни разу в дневном формате пока цена его не могла преодолеть. И сейчас опять же на нем застрял. Поэтому торговать сейчас пока крайне опасно, куда бы то ни было. Торговать вниз повода особого нет, тут никаких разворотов, ничего, только остановка есть. Торговать вверх пока еще рано, потому что прорыва уровня не произошло. Евро-доллар. Но по большому счету, если посмотреть вот крупный формат дневной, мы видим, что даже если недельный посмотреть, мы видим, что цена вышла за границу недельного треугольника. Видите, вот он, недельный треугольник. Там с целью 1.0460, то есть с целью предыдущих минимумов. Если данный треугольник отработает, то мы увидим цену на опять повторяться минимумы января 2015 года. Вот. И в этой связи, конечно же, в крупном формате есть нисходящая тенденция. В дневном формате есть нисходящий треугольник, который уже дал сигнал на продолжение вниз. Просто сейчас цена находится в коррекции пока еще, но тем не менее внутри этого коррекционного движения сформировался 4-часовой восходящий треугольник, который тоже прорвался вниз, что говорит о том, что в ближайшее время все-таки мы увидим сначала цель 1.0725, потом 1.0632, это цель вот по большему вот этому дневному треугольнику, и в дальнейшем уже цель 1.0450-1.0440. То есть вот я думаю, что сюда цена в ближайшее время придет. В какой динамике сказать трудно, но тем не менее главное направление, оно находится
против единой европейской валюты за американский доллар. То есть нисходящее направление все-таки сохраняется. Что видно сейчас в часовом формате? Произошла коррекция по отношению к предыдущему движению. Вот видите, уровень предыдущего максимума еще не пробит, что тоже пока не говорит о том, что цена собирается двигаться вверх. Посмотрим на стохастик, на осциллятор стохастик. Видите, он уже заходил вот ночью в зону перекупленности, то есть экстремальная зона, от которой часто бывают развороты. Потом сейчас попытался еще вверх уйти, видите, к уровню, видите, была поддержка, потом стало сопротивлением. Еще раз этот же уровень становится сопротивлением. Свеча почти что поглощающая. Если будет еще одна черная свеча, я считаю, что здесь будет уже сформирован разворот. И можно считать вот в стохастике это дивергенцией. В 30 минутах эта дивергенция просматривается лучше. И здесь уже сигнал поступил на продажу. Видите, две разворотных свечи, подтверждающая свеча. Поэтому я думаю, что в этой связи уже есть сигнал на продажу в данной паре. Со стоп-лоссом вот здесь, вот, выше данного максимума 1.0836. Даже я бы поставил, знаете, куда? 1.0840. Вот сюда вот стоп-лосс, вот за эту вершинку. Тогда это будет более, наверное, правильно. Доллар, швейцарский франк. Вот в отличие от евро-доллара, который, смотрите, пока еще в 4-часовом формате не пробил минимумов, и пока что еще, скажем, ну, надежно не преодолел уровень 1.08, вот уровень большего дневного треугольника. А вот доллар-франк, смотрите, уже преодолел максимум. До этого образовался симметричный треугольник с целью 1.0185, который, я думаю, что сегодня уже и отработает. То есть вот здесь тоже, смотрите, пробитие, откат, повторные пробития. Правда, единственное, смотрите, пробития становятся какими-то вот, малыми. Но я думаю, что вот этот уровень все-таки сегодня будет достигнут. Давайте в часе посмотрим. Тоже по отношению к предыдущей тенденции еще коррекция. И разворотные уже, видите, разворотные свечи уже начинают формироваться. То есть свеча уже поглощение образовалось. Давайте от уровня коррекции посмотрим. Видите, от 38-го, если от этого минимума брать, если от этого уровня, то от 76-го уровня. То есть, в принципе, тоже данная ситуация говорит о движении за американский доллар к уровню 1.0785. Это в паре доллар-франк. Британский фунт. На прошлой неделе, в конце недели, была предпринята попытка разворота в данной паре после, смотрите, достаточно длительного и сильного падения. Данный разворот произошел на уровне 1.4229, который у нас в месячных форматах, смотрите, вот этот уровень месячный от 2010 года, от мая. И как бы вот я думаю, что он все равно будет преодолен, но, скажем, в моменте, даже когда евро-доллар стоял на месте, фунт падал, поэтому я думаю, что в моменте возможна коррекция, продолжение какого-то коррекционного движения. Кроме того, последняя вот, 4-часовая линия сопротивления была преодолена, и цена уперлась, почти что отработав этот нисходящий канал, смотрите, уперлась в предыдущий уровень сопротивления, который был поддержкой, 1.4350, и здесь же, смотрите, проходит линия сопротивления, тоже 4-часового или даже, можно сказать, дневного формата. И образовалась так называемая узловая точка. Узловая точка – это, конечно, очень такая сильная в плане сопротивления точка. И, скорее всего, вот цена такие точки не пробивает, как правило, с первого раза. Возникают коррекции, после этого повтор движения. Поэтому я не исключаю здесь временного коррекционного движения, которая потом может привести к дальнейшему прорыву данной пары вверх и более ощутимой коррекции по отношению ко всему этому падению. И уже после этого цена может пойти вниз на продолжение движения. Кроме того, смотрите, движущая сила в 4-часовом формате все время нарастала. Вот последний минимум только с какой-то такой вот, ну, не очень явной дивергенцией прошел. И в связи с этим сейчас, видите, индикатор перешел через ноль, и цена опять стала падать. То есть есть вероятность того, что в общем-то может быть какое-то еще
коррекционное движение 4-часового формата, еще там немножко, может быть, вниз, потом вверх, и уже потом опять возобновится нисходящее движение. Загадывать ничего не буду, но смотрите, в часовом формате пока может возникнуть фигура треугольник. Вот такой вот треугольник. Давайте вот так вот сделаем. Единственное, что последняя, самая четвертая точка данного треугольника только формируется, но еще не сформировалась, он станет треугольником только после пробития линии сопротивления вверх. Если он сейчас пробьет линию поддержки вниз, то можно будет работать в данной паре по нисходящему каналу. По крайней мере, здесь вот нисходящий канал может быть отработан. Правда, здесь цель очень маленькая, но тем не менее, пунктов 40 цена вполне может пройти. Я думаю, что это будет достаточно для торговли. В зависимости от того, насколько сильным будет это нисходящее движение. Давайте посмотрим в 15-минутном формате. Здесь никаких дивергенций не предвидится пока еще по данному движению. То есть движение развивается, и поэтому продолжение нисходящего может быть. Однако, вот если посмотреть в 30-минутке или в 15-минутке, это еще более заметно. Нет, пожалуй, в 30-минутке. Смотрите, ведь сколько раз цена пытается преодолеть уровень поддержки и безуспешно. Это опять же говорит о том, что данный уровень может привести к развороту и движению вверх. Поэтому вот давайте понаблюдаем за тем, что происходит. Если в часовом формате происходит прорыв уровня 1.4250, если быть точным, надо чуть-чуть повыше поднять, вот так, 1.4250, тогда мы двигаемся вот по одинарному каналу вниз. Если происходит прорыв вот этой линии сопротивления и примерно где-то уровня 1.43 ровно вверх, тогда можно считать, что все рассматривать в данном контексте треугольника, вернее, треугольника вверх и двигаться на 80 пунктов, соответственно, вверх после пробития данной линии. Доллар, японская иена. В дневном формате я показал, что здесь есть нисходящий треугольник с целью 119.54. И пока что, в общем, преодоление произошло. Здесь треугольник все-таки не 4-часового, а дневного или даже 12-часового, что ли, формат такой вот. Я в прошлый раз нарисовал стрелочку здесь, говоря о том, что, скорее всего, прорвется вверх. Ну вот тоже прорыв вверх, возможно, сейчас коррекция некоторая, вот до уровня 118 ровно, и в дальнейшем продолжение движения к цели. Вот, скорее всего, так и будет. Ну вот, может быть, и глубже коррекция в данном контексте, потому что прям посмотрим. Пока что идет коррекционное движение, и нужно уже наблюдать в часовом формате, как будет происходить данная коррекция, и посмотрим, как она реализуется. Возможно, так сказать, здесь образование так называемого расширяющегося треугольника. Так, сейчас его постараюсь изобразить. Вот, видно, я думаю, да? Расширяющийся треугольник, если он пробивается вверх, эту границу, то, значит, сразу идет вверх. Если сейчас уходит вниз, то, ну, что тут можно сказать? Таким образом, я думаю, что коррекция еще будет продолжаться. Давайте построим здесь, попробуем канал. Видите, здесь канал практически не получается, потому что, видите, практически горизонтальный вот этот наклон. Поэтому я не буду здесь его строить. То есть визуально, конечно, немножко вот эти вершинки ниже, чем предыдущие, но совсем чуть-чуть. Поэтому можно принять, что вероятно здесь будет либо вот такой треугольник с движением вверх, либо будет продолжение канала вниз. Так. То есть тут вот такая немножко ситуация смазана. Вроде и на двойную вершину не похоже. Но, тем не менее, может быть движение, смотрите, тут 43 пункта вниз, то есть от текущей цены движение порядка 30 пунктов вниз. Может. Ну, как раз вот к линии треугольника, вот сюда, куда-то в этот район.
Поэтому я думаю, что сейчас стоит пока подождать и уже посмотреть на то, как будет тормозиться вот данное движение нисходящее, и искать более выгодные точки для входа на покупку по паре доллар-иена. Потому что, в общем-то, сигнал по треугольнику вверх дан, и я думаю, что надо его отрабатывать. Но только после того, как поймаем возможность входа более выгодно с более мелкого формата, то есть часового или 30-минутного. Австралийский доллар. Вот смотрите, треугольник, который рисовал, реализовался в прошлый раз. Я его убираю. То есть, видите, цена дошла до цели. Дальше. Восходящий канал, который нарисовал. Цена пробила. Пробила канал. И вот цель. Смотрите. 25-пунктовая, 0,6976. Вот смотрите, как она отработала. Смотрите, насколько четко она отработала. И опять же, цена, уткнувшись в цель, видите, отскакивает. И вот это говорит о том, что фиксация прибыли какая-то здесь была. Вот, поэтому я этот отработавший канал убираю. Что здесь есть в более крупном формате? В более крупном формате видно, что уровень поддержки 0,6973 пока цену удерживает от дальнейшего падения. Но вот тот самый канал и та самая зона консолидации, которую я наметил. Видите, и вот зона с целью 0,7090, либо вот я так немножко расширил эту зону, 0,7046, что-то у меня сдвинулось маленько, вот я по этим вот вершинкам делал. Видите, она уже практически достигнута. Видите, здесь был уровень сопротивления, и опять же, она до него достала, застряла и отскакивает. Но с моей точки зрения, в данной ситуации сохраняется возможность движения в данной паре вверх к уровню 0,7090. Вот. Поэтому я до сих пор ожидаю этого сигнала. Все, что мне нужно сейчас, это получить подтверждение с часового формата. Здесь тоже может возникнуть треугольник. Сейчас я его обозначу вам. Вот этот треугольник. Вот таким вот образом. После пробития линии сопротивления вот 57-60 пунктов вверх может пройти. Но это опять же будет цель, которую я обозначил. 0,7090. Если сейчас эта точка будет разворот, если она будет прорыв вниз, то можно опять же работать в контексте нисходящего канала. Но, строго говоря, в контексте канала можно и сейчас работать, а не треугольник, если будет прорыв вверх. Вот я вот так вот это сделаю. Поэтому либо канал вниз и уход в двойной канал, либо вверх пробитие линии, тогда будет треугольник. Вот с теми целями, которые я обозначил. Новозеландский доллар к американскому. Вот от всего нисходящего движения после пробития верхней границы нисходящего канала цена отскочила до 38%. Но я так тоже думаю, что это не предел. И движение в целевую область. Вот эта целевая область, обозначенная белым квадратом, от 0,6614 до 0,6677. Я думаю, что вполне возможно, потому что некоторая коррекция от данного движения, она здесь вполне назрела. Были несколько дивергенций, дивергенции реализовались. Вот надо смотреть, как будет реализовываться движение. В принципе, если будет пробит уровень 0,6460 вниз, значит, цена просто идет вниз. Сейчас будет пробит. Если данный уровень пробит не будет, и будет пробита вершинка, вот эта вершинка, то мы увидим цену как раз в этом диапазоне. Сейчас, ну, в большей степени все-таки я склонен к тому, что может быть пробит уровень вверх. Ну, возможно, опять же, здесь будет какой-то треугольник, потому что сначала цена может дойти до уровня 0,6460, и потом, оттолкнувшись, пойти вверх, образовав треугольник. Давайте здесь будем наблюдать. Здесь сигналов я пока не вижу. Доллар, канадский доллар. Вот он, видите, веерный разворот, когда цена двигается конкретно по предыдущим линиям поддержки, натыкаясь каждый раз на эти линии и отскакивая к ним. Видно, что цена уже сильно откорректировалась вниз от максимумов, видите, месячных максимумов. Вот видите, месячный максимум здесь был, уровень Фибоначчи здесь же был, и цена в месячном формате, смотрите,
пытается образовать какую-то разворотную свечную модель. Если она будет, то может наступить полный разворот. Но здесь, опять же, нужно понимать, что данная свеча не сформировалась, месяц еще не закрылся, и в недельном формате все, что мы видим, это поглощающая свеча. Это тоже довольно сильный сигнал разворотный, но он пока ничего не значит, пока нет подтверждающей свечи. Поэтому нам нужно получить свечу, подтверждающую того же цвета. И в данном контексте может развиться движение, сначала коррекция какая-то, и потом уже движение вниз. То есть сначала коррекция сюда, и потом движение отсюда уже вниз. Давайте посмотрим, как это будет происходить, потому что, в принципе, может движение, скажем, одним махом произойти, но, скажем, это менее вероятно, чем все-таки сначала будет коррекция, а потом движение туда же вниз. Очень, как бы, рынок должен немножко выдохнуть. Очень долго цена шла в этом направлении, и очень как-то резво взят был вот этот разбег нисходящий. Это нужна какая-то коррекция, выдох, и потом, возможно, продолжение движения вниз. Собственно говоря, такую же картину мы увидели в ценах на нефть. Смотрите, уровень 32.13 полностью реализовался, который мы в прошлый раз с вами намечали. Вот видите, канал, двойной канал, 32.13 уровень Z. Поэтому я данные уровни убираю. Однако цена до сих пор находится, смотрите, сдвигаются линии каждый раз. Смотрите, находится пока в нисходящем канале дневного формата, из него пока еще не вышел. То есть это не говорит о том, что цены будут двигаться сейчас вверх и произойдет полный разворот. То есть, возможно, после некоторой коррекции будет еще некоторый рост, а потом все-таки может наступить продолжение падения цен на нефть, но как оно будет реализовано, пока сказать сложно. Ну вот, собственно, канадский доллар повторяет эту же самую картину. Это четырехчасовой формат. Нефть, дневной формат. Ну вот можно и здесь дневной формат поставить. Вот он, дневной формат по канадскому доллару. Видите, какая корреляция. И вот по нефти. Все очень-очень похоже. Золото пока находится на сильном уровне сопротивления. И пока не может через него пробиться ни вверх, ни вниз. Каких-то здесь формаций, которые указывали бы на направление, я не вижу, кроме вот уровня, в который цена сейчас уперлась. Ну и опять же, если она его прорывает в часовом формате, вот ближайшее сопротивление, это уровень 1109.53. Ну вот здесь пока больше никаких таких вот более четких ориентиров я не вижу. Доллар-рубль. Доллар-рубль, так же как вот цены на нефть, тоже, смотрите, нарастала динамика, резкий, мощный отскок. Ну, то же, что я говорил, что, скорее всего, после такого роста будет мощный, мощнейший отскок. И сейчас цена находится на уровне 79 рублей за 1 американский доллар. То есть, в общем-то, это не цены 86, то есть здорово очень рынки отскочили вниз и очень резко. В общем, то, что, в общем-то, я и ожидал. Евро-рубль. Тоже смотрите, какой мощный отскок от максимума. Но цена пока находится внутри вот этой зоны. И я так думаю, что пока она здесь и будет продолжать примерно находиться в ближайшее время. Потому что падение цен на нефть еще не прекратилось. В общем-то, я думаю, что может она продолжиться. Надо смотреть за развитием событий. Но как бы и рубль от этого тоже очень сильно зависит. Вот, ну так все по основным валютным инструментам. Я, к сожалению, не могу прочитать и увидеть ваши вопросы. Вот, поэтому я уж так закончу сегодня данный семинар обзором, который вот я вам сказал. Какие-то ориентиры, я думаю, что хорошие вам даны, не только мной, но и другими преподавателями. Поэтому я думаю, каждый из вас найдет для себя нужные сигналы и нужную информацию о том, что я сказал, и мои коллеги. Хочется вам пожелать удачных торгов на сегодня, ну и хороших ориентиров на ближайшее будущее. Напомню, что с сегодняшнего дня, с вечера, вернее, начинается новый цикл базового курса. Для тех, кто хочет научиться как бы с самых азов и уже стать профессионалом этого дела. И в этот четверг будет очень интересная встреча в 18.30 с призером конкурса аналитиков,
который проводился в Эль-Пари Анной Козыревой. Очень интересный человек. Так что я думаю, она будет давать обзоры в среднесрочной перспективе основных валютных инструментов. Я думаю, что вам они тоже помогут хорошо сориентироваться. Скажем так, это мнение человека, снискавшего, ну, скажем, уважение в трейдерских кругах достаточно большое, учитывая, что ее обзоры, ее, вернее, прогнозы очень хорошо работали, ну, за последнее время. То есть человек очень хорошо видит рынки, видит потенциальные возможности движения, и вы получите, я думаю, что неплохую стратегию для дальнейших своих действий. Это будет в этот четверг в 18:30. Можете посмотреть как онлайн, так и те, кто в Нижнем Новгороде, подойти в офис официального партнера Аль-Пари в Нижнем Новгороде. С вами был Алексей Кузнецов. До свидания. До встречи на следующих курсах. Ну а с кем-то до завтра, до 13 часов.